Приветствую вас от лица крымско-татарского народа. Я прекрасно знаю, что сегодня у вас, казахи, не праздник, а траур. Как же подонок этот Назарбаев, который расстреливает безоружных людей в Жаназене. Подонок и мразь, который может направить оружие против безоружных людей. Трус и подонок, который боится потерять свою власть. Я очень уважаю вас, братья казахи, за то, что вы первыми поднялись против коммунистов в 1986 году. Многие герои погибли тогда, но коммунисты никуда не делись. Они перекрасились в либералов и остались у власти. Назарбаев тогда, в 1986 году, поддерживал кремлевских коммунистов, тех, кто направлял оружие, отдавал приказы на убийство казахов в Алма-Ате. Назарбаев в 1986 году поддерживал Кремль, и сейчас его поддерживает. Поддерживает сегодня Кремль и Путина. Во главе Казахстана сегодня сидит такая марионетка кремлевская, китайская. Вот. Своих друзей в Казахстане я хорошо знаю обстановку у вас, знаю, что происходит, знаю, как вы боретесь против кремлевской марионетки Назарбаева. Не отступайте, не сдавайтесь. Я абсолютно уверен в том, что вы, как и мы в Украине, прогоните эту продажную клику и возьмете власть в свои руки. Для Назарбаева и Токаева сегодня это праздник, но для остального мира это траур по невинным жертвам Жаназене и Желтоксана. Братья казахи, прогоните эту власть, выкиньте ее на свалку. Азат Казахстан!